It's like I fight to God. Это просто я постираюсь. Аллилуйя. It's like my spirit flies to God. Как будто мой дух поднимается, летит к Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. And then people would experience the power of God right away. И в тот момент люди переживают это прикосновение. Don't just pray with the mind. Не разумом. Jesus said, pray in spirit and in truth. Иисус говорил о том, что молиться в духе и истине. Spirit rises to God. Ваш дух поднимается к Богу. That carries the strongest anointing. Именно в духе, именно пребывает это помазание. Let me summarize what we just went through today. Позвольте доводить до заключения все то, что мы проходили. Remember the prayer of grace. Помните молитва благодати. So every day we do that to say, the Lord is loving me now. Каждый день мы это делаем, что говоря, что Господь меня сейчас любит. The Lord is blessing me now. Господь сейчас меня благословляет. God is a wonderful plan in my life. У Бога чудесный план для моей жизни. God will use me greatly. Господь будет употреблять меня сильно. This prayer is very important. Эта молитва очень. Сюда смотрите, пожалуйста. Эта молитва очень важна. This prayer is the key to joy. Именно эта молитва ключ к радости. That you can put down all worries. That with this prayer you'll be able to put down all worries. На этой молитве вы можете избавляться от всякой тревоги. And sadness. And горе. And depression. Печаль и депрессия. Or hopelessness. И безнадежность. You say, Jesus has a wonderful plan in my life. У Иисуса чудесный план для моей жизни. My life has, God has a great plan. У Бога великий план для меня. God will use my life mightily. Господь будет использовать мою жизнь могущественно. I'll be able to bless many people. Я буду благословением для многих. I'm loved by God. Я любим Богом. I have all reasons to be joyful. И у меня все причины просто радоваться. So this is the prayer of grace. Вот это молитва благодати. Seeing the grace of God. Увидеть, то есть когда ты провозглашаешь благодать Божью. Now this is very, very important. Это очень, очень важно. I do this every day, many times. Я это делаю много раз. And I hope you remember this. Я очень надеюсь, что вы это вспомните. And then you can have prayer of joy. И может быть молитва о радости. That you can rejoice in the Lord. Радоваться в Господе. And you can have prayer of response to the Lord. Молитва тоже как бы в ответ к Богу. That you love God. Когда вы любите Бога. Worship God. Обержайте вашу любовь к Богу, поклоняйтесь Ему. To adore God. Чтобы восхищаться Им. And to come close to God. И приблизиться к Нему. And then you can have the prayer of revival. Есть молитва пробуждения. And also prayer of dedication of our life. И молитва тоже посвящения своей жизни. Put down all sins. Отказаться от всех грехов. Put down all negative thinking. Отказаться от всех негативных помышлений и мыслей. And dedicate our life to God. И посвятить свою жизнь Господу. And then you can practice this prayer for each other for anointing of the Holy Spirit. Мы можем молиться друг за друга, чтобы практиковать молитву помазания друг за друга. Can you say this again? Prayer of grace. Повторите за мной. Молитва о благодати. Prayer of response to God. Молитва ответ Господу. Prayer of joy. Молитва о радости. Prayer of revival. Молитва о пробуждении. Prayer of dedication. И молитва о посвящении. And prayer for anointing of the Holy Spirit. И молитва о помазании Святого Духа. Okay, I hope you will do this every day. Я надеюсь, вы это будете делать каждый день. Аллилуйя.